У каждого выдающегося деятеля есть свои маги или шаманы. Вспомним. Распутин у Николая II, Мессинг у Сталина. У Гитлера была целая свора, да и у Рейгана. И у автостопа есть свои, Самара и Киева. Но в отличие от подонков и мучеников прошлого века, мы в увещевание своих шаманов-экзотериков не верим. И совращаем их выпивкой и вкусной хавкой. У нас есть свои маги. Эх, эзотерики, эх, сосварщики, эх, маляры. Институт магии в Магнитке располагается напротив автолидера. Вот один из участков восстановления бойцов магнитогорских автобоев без правил. В этой магической клинике, между прочим, самое большое в городе количество автоелизаровских аппаратов, стапелей, на которых работа не висит, а кипит. А это чудо-устройство позволяет без веревочек всяких, линеечек, отрегулировать развал схождения новейшим электронно-оптическим способом. А это признак высокой автокультуры. Нет царапинам на крыльях при замене банальных свечей зажигания. Но и это еще не все. Вот и наше бренное занятие – отслеживать успехи предпринимателей. Но мы были бы нечестны, если бы все говорили от своего лица, какие вы хорошие, какие красивые. Есть, наверное, проблемы. Но все-таки, что удалось и что получается? Ну, мы не стоим на месте, развиваемся, то есть становимся все больше и больше. Покупаем побольше оборудования, все это упирается в финансовые трудности. Ну, а самое главное, у нас сейчас не хватает специалистов. Приглашаем специалистов лучших, ну и хороших тоже. Ждем вас. Места у нас рабочие, свободные, очень много их. Так что приходите, мы вас всех примем на работу. Ну, давайте как бизнесмен бизнесмену поделимся опытом. Вот у меня, допустим, время свободного практически нет. А как у вас? Да у меня тоже, наверное, нет. Я, наверное, скорее всего, женат на работе, чем... Да, женат на работе, живу, работаю, тружусь. Все, что я делаю, то есть я делаю только на работе и больше ничем не занимаюсь. Ну и в преддверии после 8 марта программа «Автостопа» разрешает вам сделать подарок как своей семье, так и всем магнитогорцам. Хочу поздравить всех женщин, девушек, девочек с наступающим праздником вашим. И пожелать вам, чтобы вы были милыми, нежными, добрыми и, самое главное, любящими женщинами. Ну и немножко для семьи уж. Ну, как обещал своему любимому сыну, передаю привет. Гена, привет тебе от папы.